Я вам спою песенку. Сабнатевскую песенку, которую я написал специально для таких моментов, чтобы не скучно было плыть. Орский! Мое почтение, друзья. Меня зовут Влад Шрейдер. И с возвращением в Сабнатику! Почему у меня отросла шикарная рыжая борода, спросите вы? Да потому что я живу в Сабнатике. Хто? Я стал... Хто? Чертова борода. Да блин, здесь как-то дичь вылетает. Я стал морским волком! Чтобы мы с вами могли проходить дальше по сюжету. Оба! Будь! Смотрите, что я замутил. Во-первых, я сделал модификационную станцию, которую... Кто? Кто? Да блин, борода. Сложно жизнь бороды, вы не представляете. Вы вас не представляете. Тут, смотрите, можно даже улучшение ножа сделать. Вот где делается термоклинок. Жопа, а? Не скажите. Без термоклинка мне бы приходилось туго, конечно. Я сделал себе огромный баллон сверхвысокой емкости. Видите, 225 О2. Я сделал себе суперскользкие ласты. Кто? Модуль погружения для циклопа я не делал. Для мотылька я сделал второй. И сделал первый модуль для погружения краба. Ведь на второй мне не хватает кианита. Хрен его знает, где достать этот кианит. Я не знаю, у меня должна быть борода в 3 раза длиннее, наверное, чтобы я мог знать. Кто? Кроме всего прочего. Во-вторых. Я сделал модуль погружения для циклопа. Смотрите, 3 рубина, пласталевый слиток. Господи, как же это было долго. Вы не представляете. Модуль эффективности двигателя у меня есть. И теперь я бахнул мод 1. И теперь я могу погружаться на 1300 метров. Прикиньте. Также я бахнул улучшение для моего костюма краба. Прикиньте. И смотрите, сделал бур. Будем бурить. Хо-по! Вот что это значит. Мы поплывем обратно в эту чертову пещеру. И будем погружаться еще глубже. Там еще можно было сделать... типа улучшение взлета для краба, но я не знал, где взять кристаллическую серу. Одному морскому дьяволу известно, где найти эту чертову кристаллическую серу. Может быть, я ее видел, а может, не видел, я не знаю. Окей, у меня есть водичка. Там тоже есть водичка. Осталось только добыть еды. Так, братишка, мне нужна еда. Опа! Кстати, а нахера мне убивать этих рыб, если я могу только таскать их с собой свежими, а? А ну-ка, давайте наберем рыб. Наберем рыб, короче, и когда мне надо будет кушать, я буду их доставать и убивать. Ха-ха-ха! Вот это я даю, да? Вот это я придумал. Хпа! Хотя, с другой стороны, я могу знатно отобедать и отужинать своей бородой. Вы не представляете, какая она мерзкая. Новых сообщений не приходило. В принципе, я даже не знаю, что мне делать. Мне нужно всего лишь погрузиться, получается, туда-обратно вглубь, правильно? Исследовать пещеру дальше. Больше я не знаю, что делать. Вода у меня есть, еда есть. Ням. Все отлично. Ну, а ко мне бать капни. Теперь у меня мотылек может на 500 метров погружаться, но мне это абсолютно вот пофигу, как бы, потому что у меня есть краб. Отдать швартовые! Всегда готовы! Опа, управлять! Да-да, я. Оп, включусь. Тихо-тихо-тихо, сейчас подождите, я тут сначала сделаю так, чтобы меня пузо не проскребло. О, не проскребло. Ну что, салаги, а пока мы плывем до GTD-UU, я вам спою песенку. Сабнатевскую песенку, которую я написал специально для таких моментов, чтобы не скучно было плыть. И Сабнатику. Вот такая вот замечательная песня, которую я написал специально для вас. Угадайте, как она называется? Ни за что не угадать. Она называется Сабнатика. Куда плыть? Ни хера не вижу. Ну что, типа я могу опускаться на 900? А, на 900. На 1300 может мой опускаться краб. Окей. Я вообще правильно плыву? Ну все, дальше уже не могу исследовать, потому что у меня очень-очень узко. Окей, отрубаем. Engine powering down. Powering up. Опа! Welcome aboard, Captain. Да-да, это я. Дайте угадаю, это то, что мне надо, да? Ну, допустим. Кристалл Ностурана. Нахер он мне нужен? Окей, что я должен сделать? Давайте, короче, пойдем туда, куда я мог... в прошлый раз не смог опуститься. Это куда? Куда команда? Это значит, куда мы будем опускаться? А, команда? Ну-ка, кто знает? Правильно. Дно! Блин, мне карту нарисовать. Вообще не знаю, куда идти. Оба! Теперь у меня, кстати, боевая, только левая рука получается. Интересно, я могу правой ему хлебало разбурить? А ну-ка. Хоси! О, ты живой? Не, слабо как-то. Здоровый хер. На меня уже этим не проймешь. Опа, а вот и сера, здравствуйте. Эта сера нужна, чтобы сделать модуль для ранца реактивного, для краба, чтобы взлетать было легче. Отлично, значит, на обратном пути забахаю. Бам. Не-не-не-не-не-не, ты куда это? Ты куда плывешь? Эй! Ты куда плывешь, сука?
Ага, ну, сука. Фу, не, не, заборю, блядь. Он что, застрял, братишка? Он застрял, прикиньте. Мама! Нахлебал, сука, бурить, бурить ему лицо! Аж борода отлетела от меня. Всего 9% урона он нанес, так это вообще лафа, типа. То есть вообще херня. Так, я иду теперь не туда, куда обычно шел. Я просто иду прямо. Что-то я как бы ничего такого-то и не вижу. Так. Подождите-ка. Это что это у нас тут такое? А? Что это? Меня, сука, старого матерого морского волка не проведешь. Я так и знал, что здесь что-то есть. Потайнуха! Хитрожопые инопланетяне, сука! От кого потайнухи делали? От самих себя, что ли? Так. Я могу войти? Кайф. О! Она воду не пропускает, прикиньте. Смотрите, и краб такой, типа, опа, на карты присел. Красава, красава, пятки не поднимает. Все нормально. Значит, уважает, все отлично. Так, ну, я так понимаю, на крабе я сюда не прошел бы, слишком узко. Что это вообще? Я так-то недалеко от циклопа. Так, эти газовые штуки ядовитые. Куда это? Опа! Здравствуйте, это что, портал? Подождите. Окей, это портал. Я нашел портал. И нахер он мне нужен, если он, сука, не работает? Что за бред, если портал не работает? Бредятина. Ну, окей, портал. Он встал. Вам не кажется это странным? Мне кажется. Я много дерьма повидал. Настолько... Опа, еще руда. Опа. Берем. А куда лезешь-то? Куда ты лезешь против бура, сука? Ой, ты тупой. Передай остальным, чтоб боялись. Так, ну это не то, что я хотел. Я хотел опуститься еще глубже. Еще больше на дно. У меня что, переполнено, что ли? А, понятно. Берем никель. И все, теперь я, когда вернусь, сделаю себе модуль, чтобы офигительно взлетать. А все остальное дерьмище там на поверхности есть. Да, пацаны? Вот не знаю, почему тут нет карты? Почему я не могу карту сделать? Неужели такая охерительная система и мой супер-сверхискусственный интеллект не может построить карту этой местности? Почему я всегда без карты хожу? Мне это больше всего напрягает. Так, я схожу направо, просто чекну, что там. А потом пойду глубже. А, ну справа я был, там, короче, потайнуха. Ну окей, пойдем сразу глубже тогда. Алло, говно! Сука, ты забыл, что такое бур, что ли? Давай! Блин, какой же, сука, мощный краб у меня, а? А, понимаю, краб. А ты не краб, блядь, ты так, моллюск. Так, этот чувак настолько призрак, что уже ходит сквозь стены? Подождите, он что, в текстуру застрял? Очень печально будет возвращаться без офигительного ранца. Ну, что поделать. У-ху! Окей, а куда мне теперь идти? Направо, налево, где глубже? Я не помню. Вон, вон там вроде, да? Можно вниз. Ну, пойдем сюда, да, направо. Только вот не хочу, вот зеленые топи, там вообще страшно. Нифига не понятно, что там внизу. А что, как-нибудь по земельке тогда? Какой-то зеленый гриб. Надо исследовать. Есть какой-то еще модуль, который заряжает краба, когда мы проплываем возле горячих источников. Типа от энергии тепла. Ну тогда у меня, получается, будет бесконечный краб, потому что мое очко, как говорится, либо вулкану перца задаст. Хопа! Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут уже все голубенькое. Что у нас тут? Бам. Надо запоминать. Так, туда, потом налево. Хорошо. Какое-то мировое дерево прямо. Глубинный хрип. Изучаем. Кто, сука? Так, просто музыка подрубилась. Окей. Так, это какой-то святой источник. А что будет, если я заплыву? Ну, вроде безопасно. Это очень странно. Тут какие-то ступеньки прямо неестественные. В этом коконе что-то есть? Так, я должен подойти поближе. Ну-ка, интересно. Окей, ну тут безопасно, да? Это реально какой-то мировой дуб. Это дуб, который под водой растет. Я буду изучить гигантское дерево-укрытие. Так, ну вроде тут безопасно. То есть нет ни одного врага, здесь только ангелы. Блин, красиво так-то. Это можно выплыву, да? Чуваки, я безопасен, серьезно. Так, ну что-то растет. А тут? Жесть. Ничего. Я как самый обычный человек хочу попробовать ударить. Но сначала сохранимся.
А ему похер. Что я требовалось доказать. Так, окей, я вижу, там еще проход есть. Я пришел оттуда. Глубинный гриб, похер, море. Гигантское дерево укрытие. Огромное дерево, встреченное в глубоком пещерном гроте. Единственное в своем роде из обнаруженных на планете. Дерево окружено скатами, поедающими его розовые внешние листья. Кора. Снаружи дерево покрывает крепкая, быстрорастущая кора. Выемки на поверхности заселены крошечными организмами. Яйца призрачного левиафана. Ветви обвились вокруг нескольких невылупившихся яиц, принадлежащих виду с обозначением призрачный левиафан. Это тот, который там плавает, да? Который в текстуру ушел. Это дерево, по-видимому, является древним местом гнездования. Яйца были отложены, когда дерево было молодым, и теперь ветви защищают их и растут вместе с ними. Интересно. Ну, там еще проход есть, пойдем туда. То есть там еще глубже или нет? Я на сколько мог максимум опускаться раньше? До 900, а теперь 1300. Блин, эта музыка такая странная, как будто... Кто-то мне в ухо так делает. Ой, батя резво пошел. Тинь-тинь-тинь-тинь, так. Руда, чуваки, дерево. И чё? Там еще глубже есть? Это можно исследовать? Ну-ка. А, нихера, просто дерево. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ж, было не было. Там еще глубже есть. Ой-ой-ой. Подождите, а как я буду возвращаться без охерительного ранца? Вот это я не подумал. Они здоровые тут прямо. Так, окей, еще могу глубже спуститься. Ну, я не знаю, придется как-то изворачиваться, типа с ветки на ветку прыгать. Вроде как тут такой ландшафт и архитектура уровней, что в принципе можно выбраться. Даже со стандартным ранцем. Ой. Ой-ой-ой. А здесь что? Что все красное. Так. Такой резкий переход между цветами. О! Опа! Это что ты тут забыл, братишка? Опа! Вас тут двое! А ну-ка! Подрубаем мозг. Это значит, что здесь есть потайнуха, сука. Хер ли вы тут охраняете, а? Чувачки. Бля, это что такое? Что это? Фу! Сука, чем дальше, тем мерзейше становятся местные обитатели. Что это? Сдохни! Умри, тварь! Окей, минус 5% хп, это не страшно. Тупик? Или что это? Так, я в тупике. Окей. Тут стражи? Если тут стражи инопланетные есть, которые телепортируют, значит... О, смотрите, тут даже вулканические бумеранги. Вот это прикол. То значит, что здесь есть какая-то еще база. Да, чуваки? Вы же тут, блядь, неспроста. Это стопудово. Вас ставят всегда там, где есть что дефать. Блин, надо искать эти постройки маленькие зеленые. Они всегда показывают, где у них что-то есть. Ну что, не была, не была? У-у-у-у! Интересно, краб может по лаве ходить? Интересный вопрос. Поверять это, конечно же, не буду. Прикольно, что в каждом биоме все эти рыбы эволюционировали и подстроились под этот биом. Там, где мало света, чуваки супер прозрачные. Там, где лава, просто лавовые монстры. И это, кстати, 1200 уже. Такое впечатление, что я иду туда, куда мне не надо идти. Ведь у меня всего лишь 1300. Ну, вроде глубже, чем 1300, тут нет ничего. Это я уже что? Это я уже поднимаюсь, кстати. А нет, еще не все. Горит жопа, жопа горит, сука! Вот ты говносос, блядь! Что ты тут? Да хватит! Хватит! Хватит, сука! Что он тут сейвит? Что ты сейвишь? Скажи мне, открой свои секреты! Я в жопе! Что это? Подождите. Это то, что мне надо? А ну-ка. А ну-ка. Кианит, сука! Здравствуй! У меня, кстати, энергии 53 штуки осталось. Дерьмо. Кианит добавлен. О, он сразу подбирает, как прикольно. Вы не знаете, что скажите? Вы мне скажите, что вот эти вот говномесы сейвят, а? Я, кстати, возвращаюсь к циклопу. Типа, вот они тут плавают, а что они делают? А, чуваки, что вы тут делаете? Мне очень интересно, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Бац. Лавовый скат. Херасе. Вот там еще кианит. Куда я забрел? У меня всего лишь 52 энергии осталось. Это очень плохо. Я ничего не вижу. Я вижу защитников. Я вижу ската. Я вижу лавовые хери. Чувствую бороду у себя в носу и во рту. Но я не понимаю, куда идти. Вот это что за крик? Кто это, блядь? Кто это делает?
Я что-то видел. Вы видели это щупальце? По-моему, надо взглянуть. Ну что, ребят, на сегодня, пожалуй, нам достаточно сабнатики. Мы нашли новые биомы, мы подрались с призрачным левиафаном, мы увидели какую-то дичь. И это только начало, я даже не знаю, что будет дальше. Сраные стражи, я так и не понимаю, что они охраняют. Мне очень нужна карта. Без карты очень сложно ориентироваться, вот правда. И, типа, для этого придумали маяки, но это так тупо. Зачем с такой технологически развитой расой, как люди, которые путешествуют между галактиками и планетами, маяки? Зачем? Неужели нельзя сделать карту? Я не понимаю. И что, ребят, как по моему прохождению Сабнатика? Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Если вам понравилось, не забывайте подписываться на паблик ВКонтакте, ссылка будет в описании, с другими ссылками, другие плейлисты и другие видео, а также сабаться и подписываться на Twitch. Хапу, блять! Стримы проходят очень часто и там очень весело. Ссылка на Twitch в описании со всеми остальными штуками. И вот еще, ребят, парочка видео для вас. Вот тут один, вот тут раньше интересно. Посмотрите, что там, да как. Ага. И до встречи, ребят. Хэп-па-па. Следующий видосик.